Смерти не надо никого винить. Я умираю, чтобы быть человеком, которого любила и была счастлива. Ну почему-то всегда с тобой очень мало разговариваю. А я хочу жить полной жизнью. Любить, мечтать, смеяться, ходить с тобой на свидание, разговаривать с тобой. Понимаешь? А я даже рада, что ты не можешь говорить. Будешь слушать. Мужики должны уметь слушать. Эльвира Михайловна, извини. О,
Корнилова? А ты что пришла-то? Ты же у меня еще целую неделю в отпуске. Я устала отдыхать. Соскучилась. Мне намного легче. А петух зачем? А сейчас все вместо собак петухов берут. Я в газете прочитала. Ну, хотя бы в зал его только не тащи. Я его в переодевалке оставлю. Пакет брать будете? Один маленький. Так это я отбивать не буду. Почему? Я сказала, не буду прибивать. Я жрать хочу, с работы еду, бей. Мне все равно. Что, менеджера позвать? А? Где менеджер здесь? Менеджер! Что такое? Здрасте. Что случилось? Вот это ваша? Мне курицу не пробивает. Анечка, что такое? Штрих-код не читается. Что там читается? Корнилова, отпусти клиента товар. Я сказала, не буду отпускать. Пускай колбасу жрет. Уступи мне место. Эльвира Михайловна. Корнилова. Как вы не понимаете? И если это чья-то мать или дочь? Быстро встала и пошла в мой кабинет. Давай, давай, быстро. Зря ты из отпуска вышла. Зачем эта мысль? Есть ты на земле, конвертная грусть несется к тебе, несется к тебе. Я теперь совсем другая, ты мне не угадаешь. Одинокий ветром море, ночью к звездам улетаешь. Я теперь совсем чужая, не могу с душой расстаться. Я теперь совсем другая, и должна другой остаться. Ваш петух весь дом разбудил. Да. Послушайте, есть кодекс административных правонарушений. Ночью должно быть тихо, поэтому петуха нужно убрать из квартиры. Это моя квартира. Что хочу, то и делаю. Девушка, вот это вот дальше в суд пойдет. Ну, давайте петуха и... Он здесь прописан. Кто прописан? Он прописан как муж. Петух? А что, вы не верите? Ну, почему не верим? Верим. Может, у вас свидетельство о браке имеется? Имеется. Ну, покажите. Покажу. Ну, показывайте. Покажу. Покажите. Покажу. Говорила я тебе, давай распишемся. Да ладно, что, живем как живем.
Скажите, пожалуйста, вот если я жила с мужчиной, а он умер, я теперь могу выйти за другого? Хоть в тот же день. А вот если у него душа в другого переселилась? Гражданина России? Да. Так, вторник, 9 утра. Устроит? Конечно, устроит. Приглашайте мужчину, будем оформляться. Вот, в него переселилась. Гражданин России. Оркестр брать будем? И правильно. Пойдемте со мной. Спасибо. Да что ты, господи. Птичку. Ага. Так. Ой. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Пошла отсюда, дура! Просто мне свидетельство очень нужно. Кащенко, тебе выдадут свидетельство. Нужна помощь. Да никаких проблем. Я даже лесбиянок женил. А ваш петух, ну вообще почти человек. А свидетельство дадите? Давно вопрос. Но сначала праздник. Николай, понимаете, нам спеть и свадьба не нужна. Это свадьба. Это музыка, гость, цветы. Вы в белом платье. Неужели не хочется? Хочется. А? И цена вопроса сорокет. А что так дорого? Тогда 30. Порой в ненасти, но чаще в дорогих глазах. Пусть не коснется вас беда, и будьте счастливы всегда. А теперь обменяемся кольцами. А свидетельство дадут? Ну, я же все рассказывал. Сначала меняемся кольцами, потом фотографии, потом катаемся на лодочке, потом свидетельство. Да? Да? Ну, хорошо. Тогда... Горько? Так, теперь улыбнитесь. Улыбнитесь, улыбнитесь. Улыбайтесь, ваша свадьба. Ладно. Так. Спасибо. О, теперь вижу счастливую невесту. Ну, хорошо. Как вам, женщинам мало надо? Давайте, гребите вон к березкам, сделаем там фотосессию. Ой, у вас что-то лодка протекает. Мы не потонем? Чего паникуете-то? Давайте меняемся местами. Я на ваше место. Угу. Осторожно. Тихо. Да. Не раскачивайте лодку. Петю дайте. Сейчас. Сейчас дам вам вашего Петю. Что за... Петя! 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 Ты что? Тихо! Отпусти! Сама отпусти! Отпусти его! Все, это просто дохлый петух, и все. Больше не вернется.
Он никогда не вернется. Но это не твой Петя. Умер человек. Бывает. Смирись. Все смиряются, и ты смирись. Ничего. Ничего. Ну тут с тобой. Pardon moi. Bon appétit. Прям все как надо. Ремонтик бы тебе забабахать. Я люблю, когда пацан сказал, пацан сделал. Субботу и начну. Как раз все соседи дома. И заодно мы и от мышей избавимся. Каких мышей? Да вот и. Шрамы, да!